Всем привет! Воскресенье, чудесный день, у меня выходной. Буду сейчас ездить по всяким разным делам, но пока первое, что нужно сделать, это позавтракать. Я приехала позавтракать к реке. Да, несмотря на то, что сегодня погода мерзкая, такой типичный февраль, ночью выпал снег, сейчас все тает и грязюка, красотюка, но тем не менее я сделала себе чаек. Взяла бутербродик и буду завтракать с видом на реку. Вот захотелось мне сегодня такой вот завтрак. Сейчас покажу вам, что за окном. Такая довольно-таки печальная картина за окном. Честно говоря, из машины выходить вообще не хочется. Хотя, конечно, я с удовольствием погуляла, но, блин, мокро, грязно. Ну, короче, вы сами все понимаете. А завтракать можно. Хотелось бы, конечно, с другим видом, но за неимением другого сейчас вот в таком. Да, я умею объясняться. Все, приятного мне аппетита, вам тоже приятного аппетита, если завтракаете. После завтрака надо идти гулять. На самом деле сегодня холодно, даже ветра нету. Ну, просто вот противно, что вот это вот все грязюка тает. Это противно. Я еще в кроссовках, ну, короче. Конечно, не очень для прогулки одета. Тучи висят. Ну, в общем, такое февральское воскресенье. Но тоже в этом есть свое очарование, скажу я вам. В любой погоде есть свое очарование. Ну что, все, завезла покупки, зашла, купила в заморозку там овощи какие-то, индейку, ну, то есть такие вот мелочи, которые, в принципе, на неделю нужны, чтобы не ходить по магазинам, не тратить время, рабочую неделю на это. А сейчас поеду за водой. Вот это дилемма, да? В Жуковске или в Раменске? В Жуковском там парковаться неудобно. Но туда быстрее доехать, там пробок меньше. Короче, вот такие вот проблемы. Дела, проблемы, заботы. Солнышко у нас немножко появляется. Ну, такое тусклое, тусклое, тусклое. В принципе, такой сегодня денек сонный. Я бы тоже, наверное, поспала, но, блин, никогда. Поэтому, ладно, едем, едем по важным делам, заботам. Так, снова выезжаем. Покой нам только снится. Видите, у нас тут паркуется и так, и так. Вот это наша детская площадка. Что-то сегодня здесь нету никого. А, нет, есть. Есть, есть, есть. Есть, есть, есть. Так, выворачиваем. Вот здесь у нас прекрасная клумба. Девушка, женщина занимается. Я на нее все время смотрю и мотивируюсь. Ну, блин, честно говоря, мотивация так себе становится с каждым годом, потому что, блин, наши люди не готовы еще к цивилизации. Ну, я к тому, что все равно курят, окурки кидают в палисадник, ну, в общем, блин, мусор опять же кидают мимо урн. То, что там за детьми не следят, куда дети лезут, что рвут. Чуть же говорить. Так, ладно. Все, выезжаю. Великолепие. Еду в сторону Жуковского, наверное. Ну что, ехала, ехала, я приехала я в Раменское. Думаю, посмотрю, закончили ли там ремонт. Нет, ремонт не закончили дороги. Но, в принципе, никаких пробочек не было. Ничего, 4 часа. Солнышко выглянуло. Такая, знаете, красота. Сейчас будет здесь странно-космический вид. Новые дома и старые дома. Ну, сейчас мы повернем. Проезжайте, проезжайте, ребятушки, давайте. У меня зеленый свет. Я могу поворачивать, но мне нужно вас пропустить всех. У вас что-то так много собак? Много.
много вас, много вас, много. Давайте, давайте, давайте. Ну, 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 ну. Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Ну, 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 ну. Все, повернула. Так, сейчас еще вот здесь поверну. Вот здесь старые дома. Я не знаю, дачи ли это. Просто дома. Всякие разные. И вот современные комплексы. Вот там он красивый, современный комплекс. Жилой. Вот тут вот, то есть такой, знаете, космический вид открывается. Ну, конечно, это не сравнишь с видом центральным, где на Новую Москву, на Москва-Сити, где вид. Конечно, не сравнишь, но такое тоже старое, новое в одном кадре. Так, сейчас я тут найду, где мне припарковаться. Боже, солнышко вышло, как прекрасно. И воду себе куплю. Тут тоже, видите, какие дома. Домики-домики. Новостройка. Улица Новостройка. Нормально? Так, вот она, эта бочка здоровья. Как она называется, все время забываю. Ключ здоровья, бочка здоровья. О боже, Лиза, только ты такое можешь ляпнуть. Вот здесь этот вид, видите. Раменское, город контрастов. Так, ладно, пошла я за водой. Что все, воду купила, 6 бутылок по 8 литров на 192 рубля. Удобно. Единственное, конечно, если бы ее на дом привозили. Ну, кстати, наверное, надо погуглить. Наверное, в наших регионах уже есть такая услуга, где могут 5-литрушечку, не 5-литрушечку, а 29-литрушечку на дом привозить. Надо заняться этим. А то я что-то привыкла, конечно, ездить в этот бочку здоровья, ключ здоровья. А может, уже можно и упростить себе жизнь. Ну ладно, короче, все, еду сейчас в сторону дома. Покажу вам сейчас в очередной раз обычную школу Раменского района. Ну вот я каждый раз, когда езжу, я пытаюсь, я думаю, я приеду, погуглю. Вот прям чувствую какой-то там... Какой-то там был особняк. Чей-то там был особняк. Вот она беленькая. Сейчас я буду проезжать, я вам покажу ее поближе. Так, поворачиваем. Поворачиваем. Да, поворачиваем. Нет, сейчас еще пропускаю. Не очень удобно, и их не видно, как они едут. Так. И вот она, эта школа. Казалось бы, да? Обычная школа. Но... Смотрите, какой особняк. Ну вот явно же чей-то особняк. Ну, раньше был. Средняя школа номер 5. Надо погуглить. Надо погуглить, Лиза. Лиза. Кормушки там не все такое. Территория такая большая. Такая интересная школа. Погуглим. Так, все. Сейчас я поворачиваю на выезд. Пока еду, решила ответить на один вопрос интересный. Вода у меня там падает. Вопрос звучал как: почему вы не хайпуете на разводе? Знаете, сейчас модно блогеров обосрать бывшего мужа, хайпануть на этом. Мне задали вопрос, а почему вы не хайпуете? Да блин, вы знаете, если честно, да не хочу. Ну не хочу это перетрясать и, блин. Если у нас получилось так расстаться,
более или менее цивилизованно, без нервов, без всяких там дележек, взаимных оскорблений и всего остального. Так пусть так и будет. Зачем это еще искусственно ворошить? Не знаю, я не хочу это делать. У меня нет претензий к бывшему мужу. У меня нет претензий к тому, что он хорошо делал, нет претензий к тому, что он плохо делал или не делал. Как бы было так, как было. И спасибо. Поэтому, в принципе, все видео у меня, в которых он был, было, да, у меня есть такие, есть несколько таких видео. Я их закрыла. Это давно уже было. Произошло. Не знаю, наверное, только через какой-то промежуток времени я уже начала так открыто говорить, что я в разводе. Ну, слушайте, на самом деле, блин, это личное. Я не готова все личное выносить. Поэтому не хочу, не буду. Вот такой ответ. Ой, там вон еще одна эта бочка здоровая. Здесь тоже поставили. Так что все, на этом со всеми попрощаюсь, влог закрою, потому что уже тоже как-то наболтала много. Еду в сторону дома, время 16:30. Так, пропустите меня. Дашишь? Все, возможно, сегодня будет красивый закат. Прощаюсь, хорошего всем дня, хорошего всем воскресенья, завтра понедельник.